что вы знаете о порезанном графоне? Хочешь знать, откуда эти шрамы? Мой папаша работал в Ubisoft, сущий изверг. И однажды он порезал графику Watch Dogs сильно больше обычного. Я очень расстроился. Он сделал это прямо на моих глазах. Он подошел ко мне и спросил: «Ты чего такой консольный, сынок?» Он шел на меня с ножом. «Чего ты такой консольный, сынок?» Он вставил лезвие мне в рот. «Давай-ка мы тебе добавим полигонов!» Как же он смеялся! И он сильно испортил текстуры моего лица! Окей, и тогда чего ты сейчас-то такой серьезный? Да ничего! Продолжайте!